Поехали. Добрый день. Интернет-магазин Мотокомфорт представляет вашему вниманию наколенники Скойка К12. Значит, ну вот такой вот шарнир интересный у них. Новая модель, в этом году выпущенная. И вот у нас покупатель Иван их где-то недели полторы назад купил, да? Да, заказал на дом. Заказал на дом. Дошли? Дошли. Все нормально? Вот, вы в них уже ездили, я так понимаю. Только в белом цвете, да? В белом цвете. Расскажите, пожалуйста, какие вот недостатки этих наколенников и достоинства? Недостатков один. Так. Винт открутился один, так что после покупки сразу же, первой поездкой, надо подтянуть винты. Ну и желательно замазать их каким-нибудь или клеем, или чем-нибудь таким. Ну, обычно эти винты замазывают герметиком. То есть сразу на герметик сажают, чтобы они там не вылетали. Это такой стандартный косяк, и, ну, часто встречающийся. Поэтому вот пускай рекомендую зрителям вот этот момент не упускать. И в частности, не только с этими наколенниками, а с другими такое часто встречается. Я бы сказал, со всеми. Со всеми? Да. Ну, не все на резьбе. Просто вот которые на заклепках, там оно не отлетает, а вот на резьбе встречается. Ну да. Ноге удобно? Ноге удобно. В мотоботе сидит очень хорошо. Не сползает, не слезает. Угу. А закрывается мотоботом сверху? Да. Не полностью, но... Угу, фиксируется, да. Дополнительно, да? Ну вот здесь еще такие три ремешка, которые регулируются по длине, и так вот быстренько защелкиваются. Защелкиваются не так, то уж и быстро, а отщелкиваются быстро. Защелкиваются медленно, да? Да. Угу. Ну, все, вроде. Да, вроде все. Все, спасибо за внимание.